Всем привет, и вы на канале Живая Планета. Сегодня я расскажу вам о стерокозавре. Погнали! Стерокозавр – род травоядных динозавров, живших на территории Северной Америки примерно 65 миллионов лет назад. Странность его заключается в том, что у него очень много рогов, и самые большие расположены не на носу, как у многих центрозавридов, скажем, у того же моноклониуса или центрозавра, а именно на воротнике. Стерокозавр был очень большим. Его длина была примерно от 6 до 7 метров, рост 3 метра, от 2 до 3 метров, а вес где-то тонн. 4. Стерокозавр очень часто становился добычей хищников, так как, во-первых, они жили не стаями, а одиночками, как, ну, не так, как вам показало все в энциклопедиях. И, во-вторых, стерокозавр мог использовать, конечно, свои рога, но все равно хищник одерживал верх из-за медлительности стерокозавра. Стерокозавр просто не мог унести ноги от хищника. Ему он мог только защищаться, но безвыходно. Стерокозавр – это, конечно, очень динозавр, который достоин внимания. Он отличается от своих родственников, таких как хосмозавр, центрозавр, моноклон, синоцератопс, анхицератопс, он другой. Ну что ж, всем спасибо за просмотр ролика. Не забудьте ставить лайк и подписываться на канал. Всем пока!